В честь памяти наших односельчан мы построили вторую стелу. Михаил Александрович – настоящий пример активного жителя. Он проживает в деревне Жуковка. Сейчас ему 84 года, но, посмотрев на него, трудно угадать возраст. В нем много энергии и инициативы. Именно их он направляет на общественную деятельность. После выхода на пенсию мужчина не ушел отдыхать, а занялся полезным делом. Вот уже более 15 лет он помогает развивать округ. С его помощью в Жуковке появилась стела с именами 49 без вести пропавших героев Великой Отечественной войны. Я и на работе там занимался такими общественными работами. Ну, занимались спортом. И благодаря спорту, вот мы такие живые остались. Любовь к спорту Михаил Александрович прививает и своим внукам, и детям в деревне. По его инициативе в Жуковке появилось футбольное поле, которое зимой превращается в каток. А еще детская площадка. Мы добились, что нам дали вот 28 соток земли, и мы сделали спортивный городок и детскую площадку. Вот я сам занимаюсь. Также это двойной. Приходят пожилые и со своими детьми занимаются. Активная жизнь – залог долголетия, убежден наш герой. Эмилия Ракелян, Ферит Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».